Мои прекрасные зрители, здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Ну что ж, я в магазине Benetton. Я еду за детской одеждой. Сейчас распродажа, скидки минус 60%, но уже поступила новая коллекция. В принципе, детский Benetton мне нравится. Однажды, когда Егорка был маленький, я купила там вещи, хлопок, видимо, был иным, он очень быстро потерял свой товарный вид. И потом, как мне рассказала владелица детского магазина Benetton, поменяли поставщика, и действительно хлопок стал другим. Ну что ж, выбираю джинсовую рубашку для Данечки. Вообще мне очень нравятся рубашки, мои дети охотно носят рубашки. Просматриваю брюки, шорты, и вот что я действительно не люблю ни на детской одежде, ни на мужской, так это шнурки. Они застирываются, выстирываются, заминаются, смотрятся очень неаккуратно, портят любую одежду. Просматриваю футболки, я люблю чисто белые футболки, без принта. Дети, конечно же, любят принт. Мне очень понравились кроссовки, носки детские. Мне кажется, для детского сада это просто находка. У нас просят родители, чтобы они приводили детей в детский сад в обуви на липучке, не на шнурках. А с последнего года сада, чтобы у детей наоборот были шнурки, чтобы они учились завязывать шнурки. Как правило, дети в Италии учатся завязывать шнурки в 6 лет, как раз-таки перед тем, как они пойдут в сад. Но практически все брюки, которые я встретила, даже джинсы, имеют шнурки. По поводу детского сада могу сказать, что очень многие мамы, как и я, раньше покупают вот такие треники для детского сада, но это непрактично. А вот такие брюки, они тоже на резинке, со шнурками, у них внизу тоже резинка, не поддувает. Они гораздо практичнее, потому что выделка вот такой плотный хлопок, это гораздо более прочная ткань, в том, что касается коленок, чем, допустим, джерси. Вот такой комплект я подобрала, и добавлю белую футболку, белую обувь, будет смотреться очень красиво. Это, кстати, Данечке комплект детский сад. Дети часто в Италии не носят фельпы, не носят толстовки. Они носят поверх футболки еще одну рубашку. Очень, кстати, мне понравились мужские манекены в Benetton. Ну что ж, немного красивой обуви, красивых витрин. Очень нравится мне эта обувь, что на мужчинах, что на женщинах. Возможно, в следующем году я себе подобную приобрету, если в этом сезоне сношу что-то и от чего-то избавлюсь. Но фактурная, необычная обувь, вот она, я подобную обувь имею в виду, когда вам о ней рассказываю. И снова хочу обратить ваше внимание на платье, юбки, когда подол, нижняя юбка чуть ниже, чем верхняя часть. Это смотрится очень красиво в движении. Платье с открытой спиной, необычной спиной, всегда мне нравится. У этого платья очень красивый цвет, крой. Мне очень нравится вот такая широкая полоса на подоле, но спереди имелся глубокий вырез. Я не люблю глубокие вырезы. Очень мне нравится вот такой стиль. Брюки беж плюс голубая либо белая рубашка. Не забывайте, пожалуйста, носить ремень. Он прямо-таки ключевой в подобном образе. Многие полюбившиеся, точнее полюбившиеся многим тапочки. И у сеньора была очень интересная вязаная сумка. Они тоже очень популярны здесь, в Италии. Очень красиво. Просто принтованная блуза, плюс брюки не широкие, не длинные, брюки, скажем так, слегка заужающиеся к низу, прямого кроя, замкнутый, кстати, образ, цвет сумки полностью совпадает с цветом брюк, а этой девушке я бы посоветовала сменить кроссовки на, допустим, мокасины, на балетки остроносые, либо круглоносые, либо сандалии, потому что за счет кроссовок этот образ утяжеляется. Если бы штаны были короче, кроссовки здесь бы смотрелись очень хорошо. Поскольку длина брюк макси, сюда нужна открытая, более легкая обувь, на мой взгляд. Очень мне понравилась сеньора. Кстати, сегодня троим людям, я их не снимала, они прошли мимо, я сделала комплимент, и эта сеньора сегодня была первой. Посмотрите, соломенная сумка, кожаные ручки в руках, сумки, как я рекомендую, укладка очень красивая у нее, и ей было очень красиво в этом платье. Когда я ее увидела издалека, еще платье от ветра развивалось, было очень эффектно. Вот, пожалуйста, широкие брюки, но посмотрите, они укорочены, с кроссовками смотрятся очень хорошо.
Синьора очень красиво одета, пожалуйста, вот подобные блузы, это не что иное, как платье, как мини-платье для очень многих, посмотрите, какой удлиненный кулон у нее, и очень красивое сочетание цветов, черный, графитовый и серый, плюс красная обувь, вот просто идеальный по цветовому сочетанию образ. Силуэт на образ тоже построен очень грамотно, посмотрите, насколько удлиненная верхняя часть, там, где блуза, платье, насколько она более широкая, чем правильно подобранные узкие брюки. Пожалуйста, если вы носите плюс сайз, одну из частей тела, где можно заузить силуэт визуально, обязательно это делайте. Вам в помощь укороченные брюки, которые открывают красивую тонкую лодыжку. Вам в помощь блузы, где рука в три четверти. Пожалуйста, гротескно увеличивайте одну часть при помощи драпировок, возможно, верхнюю часть. И заужайте силуэт на другую часть, которую вы можете заузить прежде всего за счет брюк, либо за счет юбки-карандаша. Мне очень нравится на плюс сайз юбка-карандаш. Я показывала даже каталог сайта Diffusion & Tessile, где модель была практически на всех образах. Модель плюс сайз, она была в юбке-карандаш. Синьора в брючном костюме меня покорила. Это 100% итальянский стиль. На улице, кстати, примерно плюс 32. Вообще, сегодня мне было очень легко снимать стрит-стайл. Это тот случай, когда ты не знаешь, кого брать в фокус, потому что так много было хорошо одетых людей. Как я люблю говорить, я испытываю огромную радость, когда выхожу снимать стрит-стайл, чувствуя себя причастной к этой красоте. И действительно, как сказала Татьяна Конкина в своем видео, большой ей привет, мне очень нравится, как она одевается, как она выглядит. Ты выходишь на улицу в Италии, и люди нарядные. Улица – это твой личный подиум. Я себе на самом деле не могу представить, что в других странах по-другому. Но, насколько я поняла, меня смотрят из многих точек земли, мира. Действительно, не везде люди склонны вот так одеваться. Еще одни широкие принтованные брюки. Посмотрите, макси длина хорошо смотрятся с босоножками. Подобные брюки с кроссовками будут смотреться не очень хорошо. Вот такая длина у широких принтованных брюк, она более универсальна. Прекрасно смотрится с любой обувью, с открытой, легкой. И также с закрытой по осени подобные брюки можно будет носить. Мне кажется, еще одним открытием для очень многих моих зрителей, помимо просто белых брюк и их универсальности, станут как раз-таки вот такие цветные принтованные широкие брюки. Обращайте внимание на длину. Если купили длинные, возможно, их лучше укоротить, и они будут универсальны. Посмотрите, какая интересная пара, мама и дочка, 100% итальянки. Издалека кажется, что возможно нет. Кстати, очень много французской речи в Паду, очень много английской речи и, конечно же, немецкой речи, но французская речь преобладает. Английская на втором месте, очень много в Паду и туристов, как никогда, потому что Паду, она не очень известна туристам. Редкий случай, когда образ сзади абсолютно 100% выигрышный и красивый, настолько же, насколько он был красив спереди. Обращайте внимание на то, как сидит на вас одежда сзади, спереди, к сожалению, эту синьору я не успела заснять. И снова на синьоре тапочки бархатные, которые вызвали много дискуссий на моем канале под видео, где я их показывала. Снова брюки плюс рубашка, ремень, сумка, сандалии. Я могу абсолютно точно сказать, что в том, что касается Падуи, улиц Падуи, это тренд.
Я заметила его этой весной. Уже весной эта стилистика стала появляться и полюбилась очень многим модницам, но сейчас я вижу ее, ну и вы видите вместе со мной, она действительно очень часто встречается на улицах, чему я очень рада. Я думаю, что этот стиль очень комфортен для носки, для повседневной жизни. Если вы работаете, если вы, возможно, мама маленького ребенка, возьмите на заметку вот такое простое сочетание. Брюки всех оттенков коричневого, светло-коричневого, беж плюс рубашка. Она может быть в полоску, может быть однотонная, голубая, бежевая, точнее белая, голубая-белая, либо розовая, будет смотреться очень хорошо. Еще одна вариация на тему – блуза плюс черные брюки, плюс яркий кросс-бодибэг, либо просто яркая сумка. Вариация наоборот – принт у лица, брюки белые, однотонные, тоже красиво смотрится, но, на мой взгляд, более выигрышна комбинация наоборот – принтованные брюки, либо юбка и однотонный верх. Ну что ж, мои прекрасные зрители, спасибо за вашу компанию в этой прогулке. Мы увидимся очень скоро. Я отсняла огромное количество стрит-стайлеров. Это будет действительно интересно. Всем пока-пока.